Пане Романе, мої вітання, слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я. Пане Романе, давайте з вами спробуємо пройтися, хоча я розумію, що в деталі можу заглиблюватися. Будемо довго, але врешті, ось ця колегія, так, Міноборони, Шойгу, Путін, військові чини розповідають про те, як вони будуть проводити реформу, як вони там будуть змінювати і граничний вік там до призову до участі у різних військових компаніях, як вони будуть там дивізії, бригади, ось це все розформовувати, переформовувати і додавати. Компілювати, як вони будуть збільшувати чисельність Збройних сил Російської Федерації. От які ви особисто висновки зробили із того, що ми побачили, що ми прочитали? Поднимають определенный возраст по прийому в армію. З одної сторони, це правильне дійство. Ну, во-первых, вже і діти немножко не ті, позже не становятся взрослыми и учатся не до 21 года, то есть учатся до окончания, ну, учатся в высших учебных заведениях. То есть забирать, если будут в армию, это уже с 21 года, не до 27 лет, а до 30. То есть 10 лет тех же осталось, только с 21 до 30 лет. Это то, что касается России. Подход, в принципе, с военной точки зрения правильный. То есть здесь уже люди, которые будут идти в российскую армию, они уже более-менее себя будут осознавать и, по крайней мере, со сложившейся жизненной позицией, с учетом окончания, допустим, того же вуза. Это им принесет некоторый минус, то есть количество призывников будет уменьшено. Они сразу идут на этот шаг, на уменьшение количества призывников, но, скорее всего, дальше они компенсируют это увеличением количества контрактников до 700 тысяч. А 700 тысяч, примерно 700 тысяч, под 700 тысяч, сейчас у них где-то под 400, то есть около 300 с чем-то тысяч они планируют увеличить количество контрактников. Естественно, под эти 300-350 тысяч они увеличивают количество так называемых клеток штатного расписания в количестве вооруженных военнослужащих, то есть в вооруженных силах именно военнослужащих. Сейчас российская армия насчитывает около 2 миллионов человек, если считать от уборщицы до маршала всех. А именно военнослужащих 1 150 000, согласно указу 25, по-моему, августа этого года президента Российской Федерации. То есть 1 150 000 плюс 350 000 контрактников, скорее всего, это будут чисто медиаконтрактники. 1,5 миллиона получаем, 1,5 миллиона человек, которые хотят они видеть в качестве военнослужащих. Перевод, то есть дополнительно где-то 350 тысяч. Набирать они будут их в режиме, скорее всего, не мобилизации, то есть те разговоры о следующих волнах мобилизации, которые сейчас в последнее время идут. Мобилизация будет проходить, но только, скорее всего, на контрактную службу. То есть не они посмотрели на вот этот вот призыв по мобилизации, эти 200 тысяч частично мобилизованных, частично подготовленных, частично экипированных. Кстати, до сих пор еще не экипированных, где-то около 150 тысяч болтается по просторам России, в основном в Сибири. Не знаю, чем их экипировать и на что их посадить. То есть 350 тысяч, грубо где-то в районе контрактников, они наберут примерно двумя волнами по 150 тысяч за 2 месяца. Эта мобилизационная система России, она больше не может пропустить через себя где-то к весне. То есть идет определенная подготовка к увеличению количества войск. Войск в смысле военнослужащих в основном за счет контрактных частей, контрактников как таковых. Тоже правильный ход с одной стороны, потому что меньше с контрактником, меньше возни, извините за выражение, военное, меньше геморроя с контрактниками. Абсолютно. Чем с призывниками, они это уже прекрасно поняли. Нет семей, нет родителей, жен, детей, которые носятся за военкомами, куда нашего мужа дели, не отправили, не дали, без прокладок, без чего-то. Ну, то есть это действительно тот геморрой, от которого они уходят через контрактную службу. То есть, ну, а контрактникам намного проще. Контракт подписал, ружье в руки дали, отправили на фронт, убили, зарыли или сожгли,
и забыли, порвали контракт, забыли, что этот человек был. То есть так, так легче, контрактников легче утилизировать на фронте. Вот это самый оптимальный вариант. Меньше вопросов у родственников. Но и здесь еще один показатель, они укрупняют систему управления, то есть из бригад, ну, по крайней мере, так заявлено, то есть они из бригад будут создавать, возвращаются обратно. Дивизии, так. Дивизиям, да. Это как раз ход правильный, если готовишься не к наступлению, а к обороне. То есть управление дивизионное, управление бригадное и батальонно-тактические группы, когда создаются БТГ, когда создаются бригады, это управление для наступления, не для обороны. Оптимальный самый вариант, когда в бригаду переданы определенные средства старшего командира, вплоть до авиации армейской, вертолеты, танки, то есть дивизионы ПВО, ракетные и т.д. и т.п., когда это управляется в бригаде. А когда возвращается обратно это все в дивизию и создается дивизионный уровень, что такое дивизия? Это примерно 3-4 бригады. В бригаде 2,5-3 тысячи человек, в дивизии где-то 3-4 бригады, грубо. Но дивизионный уровень, именно тогда в дивизии сосредотачиваются все средства старшего командира, когда уже у дивизионного начальства есть очень много средств поражения, в основном для оборонительных мероприятий. Кстати, включает уже авиацию, ту же армейскую. То есть, я так понимаю, что готовятся они к длительной обороне, по крайней мере, вот исходя из действий военного, и, по крайней мере, из заявленных, мы пока еще не видим, это мы сейчас только слышим то, что заявлено. Но исходя из заявленных, видно движение к глухой обороне, причем количество войск, количество контрактников говорит о том, что они где-то готовятся оборонять линию фронта в 1000 километров. Грубо где-то так, около 1000 километров. То есть примерно соответствие количества бригад, дивизий, количество вооруженных сил и контрактников как таковых. Это вот 1000 километров. Но как раз именно такая у нас с Россией линия фронта. Не линия фронта, а линия границы. То есть между Украиной и Россией сухопутные границы, вот если от Брянска до Ростова, то есть вдоль, это примерно 1000 километров, то такое впечатление, не готовятся ее оборонять, по крайней мере, то, что я вижу сейчас. Ну так, працюють на оборону вдовго. Пане Романе, наостанок. Ну, скажіть, коли там говориться про те, що там для кожної загальної військової, зокрема танкової армії, отримувати змішну авіаційну дивізію та бригаду армійської авіації, йдеться про чисельність 80-100 там бойових гелікоптерів. Так, ось, от скажіть, от коли вони проводять реформи живої сили, ну, тобто це зрозуміло, напевно, людей їм вистачає, і їм треба якось, знаєте, укрупняти цю всю історію, да, щоб розуміти, про які сили йдеться, і як ними керувати. А техніка, та, у них є нині спроможність забезпечити тими необхідними технічними і зброєвими засобами ось ці всі укрупнені вже частини російської армії? Вот здесь как раз вот видна часть информационно-психологической операции, так называемые российские понты. Еще раз извините. Ви гарно, ну слухайте, так, гарно описали, цікаво, так. Да, это когда надувают щеки, то есть надувают щеки для каких-то мероприятий, может быть, для именно на мероприятий, связанных с острахом когось, да, то есть кого-то надо напугать. Напужать, да-да-да. Да. Потому что понимаешь, что у человека нет штанов, максимум трусы, ну вот он максимум может в баню сходить, но не больше, а вот штанов не хватает, вот россиян как раз сейчас этого и не хватает. У них не хватает техники, катастрофически не хватает техники, тем более не будет хватать авиации. То есть вот все, что связано с авиацией, я бы уже большой крест поставил. Они уже не поднимутся до того уровня, до которого даже у них было в начале этого года. Потому вряд ли это движение именно в действии. Это, скорее всего, все-таки в чистом виде ИПСО, информационно-психологическая операция. Пане Романе, спасибі вам. Дякую, зокрема, за таку характеристику просто. Та. І ПСО по-русски – це, по суті, понт. Дякую вам.